Дорогие друзья, песня про водное поло. На поло девки записались, и мяч резиновый нашли, и целый день они тренировались, и даже в школу не пошли. Так, стоп! Мне этот выход не нравится. О, мяч-то сдулся. Так, тем приветствия какая? Законы физики. Ну? А вы что показываете? Ну ты же сама попросила нас в тему окунуться. Вот мы и окунулись. Чего вы как маленькие-то? Давайте как настоящие физики. Сегодня поработаем, завтра пиво попьем. До завтра. Не, вы что, специально это делаете? Вы что, хотите, чтобы я ушла? Конечно хотим, мы тебе вон такси уже вызвали. Такси заказывали? Ну, получается, что да. Спускайтесь, вас ожидает Анатолий на черной иномарке. Ждите пока. Не, ну надо отдать вам должное, отличное изобретение. Ну вот садись на это отличное изобретение и езжай отсюда. Люба, да как же вы не поймете-то? Мы ж с вами на этот полуфинал попали, как Золушка на бал. Кто-то сказал бал? Эй, маньяк, ты слишком долго лапал. Я тебя успела полюбить. Двигаемся дальше. Белый танец. Дамы приглашают европеоидов. Стоять! Вера, ну с тобой-то что случилось? Что за рога? Злая колдунья заколдовала меня. Какая еще колдунья? За мои зеленые глаза называешь ты меня колдунья. Да как, вы мне уже надоели. Значит так, вы мне вот это вот такси заказали, а я вам сейчас киллера закажу. Вместе весело шмарять по прохожим, по прохожим, по прохожим. Люба, иди сюда, будем вдвоем в КВН играть. Я бы с удовольствием с тобой поиграла, да не могу. Меня вон картошка ждет. И как ты эту картошку придумала? Глазки он какие-то поналепила, целых 5 штук. Не 5, а 7. В смысле 7? Не прячь зеленые глаза. Не. Я ж только что собственными глазами видела, как эту зеленоглазую дрянь пристрелили. I'll be back. Так, встали быстро! За тебя голы мадам, душу дьяволу продам, и как будто бы с небес все к тебе. Так, ну я, короче, не знаю, что вы сейчас будете делать, но надо как-то реабилитироваться перед жюри. Может, поздравительную песню? Хорошо, давайте песню. Все команды что-то дарят членам жюри. Не стали исключением. И вы вино, вино. Цветы, цветы. Нам часто денег не хватает на вино и на цветы. Сам за лимон, тетрадь, пакет. Да, стоп! Все равно недовольные сидят. Конечно, недовольные. Вон, Константину Львовичу самсу подарили. Можно подумать, он самсу никогда не пробовал. Слушайте, а с чего вообще взяли, что у нас денег нет? Где наша командная бухгалтерия? Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вызывали? Если вы по поводу командных денег, то денег нет. Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
друзья! Ну и подытожить весь этот бред хотелось бы словами главного философа моей жизни, моей мамы. Вот пусть я твой Масляков колготки и покупает! Танцуй, пока мало.